Свободно разгуливающий по улицам слон – обычное явление для некоторых стран Азии, но совсем не для европейской Ирландии. Однако именно в ирландском городе Блэкпул недавно можно было наблюдать такую картину. Азиатский слон по кличке Бэйби сбежал из местного цирка. Гигант весом 2,5 тонны проломил заграждение и, пробежав на хорошей скорости 200 метров, оказался на автостоянке торгового центра. Сотрудница местного кафе видела, как все происходило. Слон на самом деле сбежал. Он в одиночку бегал вокруг, а затем мы увидели ребят из цирка. Вероятно, они ухаживают за ним. Слон совсем не выглядел счастливым. Он был напуган, так как было около 4 часов, а в это время всегда много автомобилей и людей. В конце концов, незапланированную прогулку пресек дрессировщик слона, отведя беглеца обратно в цирк. В ходе инцидента никто не пострадал. Опасность? Нельзя называть это опасностью, ведь мы знаем, что он не ест людей. Правильно? Это вы должны понимать. Как оказалось, Бэйби сбежал потому, что не хотел принимать душ. Как он воспримет водные процедуры в следующий раз и чем это закончится, неизвестно.